тест. Как ты воспринимаешь мир? Ты визуал. Если предпочитаешь смотреть больше видео, рассматривать картинки, любишь больше смотреть на людей, чем слушать их. Ты аудиал. Если ты предпочитаешь воспринимать информацию на слух, ты хорошо различаешь любые голоса и запоминаешь их. Ты кинестетик. Если ты воспринимаешь мир через ощущения, тебе нужно тактильно что-то потрогать, попробовать, пощупать, тогда ты это понимаешь. Ты любишь обнимать людей? Напиши в комментариях, кто ты, визуал, аудиал или кинестетик. Что было бы, если бы не было школы? Ты бы не смог сложить ни одной цифры и даже не смог бы ничего сказать. Ты бы не познакомился с классными ребятами и тебе было бы очень скучно. Ты бы не смог фотошопить учителей и смеяться над ними. Что ты больше всего любишь в школе? Напиши в комментариях. Вещи, которые многие не смогут сделать. Трюк называется осьминог, и его могут сделать только 2% людей. Трюк называется паук, и его сможет выполнить только 1% населения людей. Если у тебя получилось выполнить хоть один, напиши об этом в комментариях. Это запрещенные детские имена. Знали ли вы, что есть имена, которые запрещены? В Новой Зеландии у многих родителей было желание назвать своих детей царскими именами. Например, принц, король и королева. Имена странные, но вроде безобидные, но все равно они были запрещены. Однако ограничения Новой Зеландии не помешали одним родителям назвать своего ребенка Точкой. Все бы называли мальчика Точкой, и его имя бы писалось просто как Точка. Но эта попытка не сработала.